Учения проходили на тренировочной базе МЧС. Здесь сымитировали возгорание лесного массива. По замыслу пламя переходит на населенный пункт. К месту происшествия прибывает личный состав с необходимыми средствами тушения. Прежде необходимо сбить кромку пожара, к чему приступают бойцы, за плечами которых ранцевые огнетушители. В случае, если огонь уходит вглубь рощи, заливают очаг из ручных пожарных стволов. А уже если пламя оказалось в еще более труднодоступном месте, подключаются так называемые лафетные стволы, которые способны вести борьбу с огнем до 50 метров. В нашей области насчитывается 40 населенных пунктов, на которые могут перекинуться природные пожары. Поэтому такие тренировки, уверяет руководство МЧС, сегодня крайне важны, чтобы быть во всеоружии. Чтобы личный состав набивал руку, чтобы личный состав отрабатывал сбор, личный состав отрабатывал боевые действия по тушению пожара. Это очень важные, особенно вот перед наступающим паводкоопасным и лесопожарным периодом. В пожароопасный период мониторить ситуацию с неба спасателям помогут квадрокоптеры – летательные аппараты с видеокамерой, которые могут подниматься на высоту птичьего полета, снимать и сразу передавать картинку специалисту, управляющему беспилотником. Помогает он для нахождения скрытых очагов. Также он применяется для выявления нарушений так со стороны несанкционированных возгораний, то есть розжигов костров. Сотрудники МЧС подготовили вот такие мобильные городки жизнеобеспечения с палатками, полевой кухней. В случае необходимости их будут развертывать близ тех сел, которым угрожают природные пожары, чтобы жители могли здесь разместиться и получить горячее питание и медицинскую помощь. Анна Золотухина, Георгий Бурлуцкий, «Новости дня».